Ребятушки, пришел отдел Garmin. Пожалуйста, вот начинается часть. Первая модель от 2 миллионов, так, 2 миллиона, как видите, 2 миллиона 390 тысяч. Это примерно где-то 140 тысяч рублей. Ну, модельки разные здесь, их куча. Ну, 1 900 000, пожалуйста, моделька. Garmin, как вы знаете, это очень такие дорогостоящие часики. Они прям симпатичные есть. Есть прям большие модели хорошие. Вот как вот это вот. И ценник у нее. Ну, кстати, ценник 1 600 000. Это примерно 100 тысяч рублей где-то, да? Да, где-то 100 тысяч рублей. Симпатичные часики. Выглядят прям шикарненько. Garmin. Я первый раз вообще их вижу. Ни разу никогда не видел сами Garmin часы. Это мое первое личное с ними знакомство. Ну, внешне выглядит, конечно, прикольно. Ничего не скажешь. Таких кнопок у них куча, кстати сказать-то. Я даже не знаю, где кнопка назад, а где вперед какая. Вот эти вот 1 800 000. Ну да, симпотные. Вот еще одни есть. Эти уже более похожи. Форуменс какие-то тоже, ну тоже Garmin, но уже подешевле здесь, смотрите, 890 вон, 1000 вон, это, короче, 100 тысяч вон, это 6 тысяч рублей примерно, да, 800, это 7 тысяч, короче, или 8 тысяч рублей. Здесь Garmin 390, 400 тысяч, это 4 тысячи рублей, да. Ну, хорошенькие, хорошенькие. Но здесь не только часы есть, также есть вот бинокль. Тоже Garmin электронный какой-то за 589 тысяч. Даже смартфон есть Garmin. Ух ты, я не видел ни разу. Раскладушка что-то какая-то. Ну, смотрите, 989 тысяч, почти миллион, короче. Интересная штука. А вот это вот уже с режимом АОТ, я смотрю. Вот. Garmin чем ценится, что это они очень долго держат батарею, хороший у них GPS. Ну и все. Вот, короче, для пересеченной местности, для гольфистов, он, как видите, красота.